ТикТок захватил практически весь мир. Бесконечная лента с динамичными видеороликами буквально гипнотизирует взгляд. Однако теперь ТикТоку придется подвинуться. Его фирменный короткий формат уже адаптировала социальная сеть ВКонтакте. ВК запустил раздел «Клипы». Это бесконечная лента коротких вертикальных видео на различные темы. Новый раздел в первый же день работы оказался в центре внимания пользователей. Сервис привлек 8 миллионов человек. Однако есть и те, кто негативно отнесся к нововведению. Бесполезная функция в клипах – дичь из отсталого ТикТока. ВК гонится за популярностью, но иногда, всегда, перебарщивает. ВК создан для общения, блин, но эти клипы – чушь полнейшая. ТикТок и ВК – это круто. Два в одном. Я считаю, что это бесполезная функция. ТикТок. Я обязательно выживу. К примеру ТикТока последовал и Инстаграм. Он начал тестировать новую функцию под названием Reels. С ее помощью пользователь сможет создавать музыкальные ролики, добавлять к этому различные эффекты и публиковать их в сторис, а также выкладывать на свою страницу. Сейчас функция находится на стадии тестирования. Она доступна только на территории Бразилии. Пока бразильская публика тестирует данную функцию, российская аудитория уже дает свои прогнозы. Можно сказать, что и ВКонтакте можно выкладывать фотографии, как и в Инстаграме, и писать такие же посты, как и в Твиттере, но при этом Твиттер и Инстаграм – успешные социальные сети. Почему бы и нет? Но вводил бы я? Нет, конечно, ну зачем? Уже же есть ТикТок. Мне кажется, нет. Я думаю, что просто соцсети это делают, чтобы как-то поближе стать к популярным трендам, и они просто берут уже рабочую как бы функцию и добавляют себе. И, по сути, ребята, которые смотрят это в ТикТоке, им уже наоборот надоедает, что в ВК и в Инсте то же самое. Мне пофиг на это, потому что я вообще в этом не сижу и не смотрю видюшки эти. Да я считаю, вообще смысла нет. Там, как слышал, лайк всякие, там, ТикТок, то же самое одинаковое. Постепенно аудитория Инстаграма переходит в ТикТок. И поэтому, чтобы Инстаграм и ВКонтакте свою аудиторию не теряли, они тоже открывают такое же. Как бы здесь идет маркетинговый ход, то есть каждый хочет заработать на этом. Создается для чего? Для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы люди посещали, реклама пускалась и там, и тут. Я не смотрю. Ни клипы, ни ТикТок. Это убивает мозг. Ливия Талипова, Фарид Захитоглы, Универньюз.